Клара, можно к тебе? Простите, я не одета. Ну, ерунда, мы же родственники все-таки как-никак. О, да, конечно. Понимаешь, Клара, я... Я хотел как-то тебе... Хотел тебе кое-что объяснить. Понимаешь, я думаю, что тебе, наконец, пора узнать, чья ты жена. Ты ведь думаешь, что ты жена своего мужа. Я все знаю. Моя дочь мне все рассказала. Я его ненавижу. Ненавижу! О, очень хорошо, очень хорошо. Значит, ты понимаешь, что я, ну, для того, чтобы тебе, помочь, должен обвинить тебя в измене. А? Спасибо. Я все понимаю. Вот и молодец. Ну, ты мне должна только помочь. Мне нужен какой-нибудь факт, который тебя бы как-то, очернил, что ли. О, да. Скажите, что во Фрайбурге во время отсутствия мужа у меня был любовник. А как его звали? Кого? Кого? Ну, этого любовника. Да у меня не было ни один любовник. Ну, а если бы был? А если бы был, то это... Ну, скажите хотя бы Иоганн Вольфганг Гёте. Очень хорошо. Очень хорошо. Особенно хорошо, что у него три имени, понимаешь? Забудешь одно, останется еще два. Да. Забудешь два, а в запасе еще третье. Хорошо. Хорошо. Да. Только знаешь, Клара, маловато.